От у соціальних мережах з'явилося відео звернення трьох братиків зі звичайної української сім'ї. Маленькі харків'яни говорять до російського президента Путіна. Далі без коментарів. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Илья. Это мой средний брат Антон и младший брат Харитон. У нас в России много родственников. В Белгороде, Старомосковье, Санкт-Петербурге. Мы часто ездим друг к другу в гости. По телевизору мы услышали, что вы хотите нас от кого-то защитить. Владимир Владимирович, не надо нас ни от кого защищать. У нас все хорошо. Дядя Бо, мой папа закрыт, а мы все очень волнуемся. Особенно волнуется мама. У нее может пропасть молоко. А Харитону всего лишь 8 месяцев. Дядя Вова, не приезжайте, пожалуйста, в Украину. У нас